Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И в данный момент я нахожусь на ивенте «Кукурузная ферма». Ребят, изначально я не хотел снимать этот видосик, так как я думал, что все-таки я быстренько здесь фейлюсь и просто решил немножко пофармить. Но видите, получилось, что в данный момент я играю где-то около 5 часов. Просто моя армия бессмертная, да, и почему она бессмертная? Потому что, ребят, перестали бежать уже байкеры. Как видите, 4855 смертей я сделал, и на этом все. Байкеры перестали бежать. И я не знаю даже, сколько у меня вот этих ресурсов. Сейчас мы с вами прекратим и все посмотрим. В данный момент у меня уровень 2068. То есть я должен быть, по идее, в топе. Ну что ж, давайте прекращать. Вот, если честно, ребят, я даже боюсь сказать, сколько здесь у меня юнитов. Вы видите, да, даже все лагает, потому что здесь их немерено. Наверное, медиков... ну, может, 200-300, а может быть, еще больше. И гвардов вместе с легким солдатом здесь тоже их немерено. Ладно, ребята, все, прекращаем. Я не знаю, правда, как мы тут можем проиграть. Это, наверное, нам придется чисто с вами завершать, в меню выходить. Только таким макаром больше я не вижу никакого выхода. Ну что же, давайте теперь посмотрим. Кстати, перед тем, как зайти на ивент, у нас вот здесь вот оставалось 3 часа. Давайте посмотрим, меня не сбросили? Нет, ребята, я до сих пор в лиге 10. Кстати, кто-то мне писал, что он в 11 лиге. Насколько я знаю, 11 лиги не существует здесь. Так что, пожалуйста, не надо компенсировать людям, как говорится, голову. Так, ну что же, 5 сундучков мы с вами получили. Естественно, мы с вами отправимся сюда. Но мне хотелось бы посмотреть, сколько мы с вами заработали всяких вот этих вот плюшек именно на этом ивенте. Так, нажмем сюда, продать. Смотрите, ребята, у меня крови 1000 с лишним. Фляжек 1109. Клея 1023. Газировки там 1000 с лишним. И, ну, а консервы все. Короче, ребята, мы с вами можем проапать всех абсолютно юнитов, которые у меня есть по фулочке. Вопрос заключается только в одном: нужно фармить деньги. Ну, фармить деньги, ребята, это для меня проще пареной репы, потому что у меня есть Аустин, которым этим, в принципе, и занимается. Ну что ж, давайте здесь мы заберем. Давайте, наверное, еще сразу же вскроем вот эти вот сундучки. Хотя они уже мне, ребят, честно говоря, не актуальны, потому что мы с вами столько нафармили, что просто жесть. Теперь я готов к 9 главе, ребята. Только когда она будет, вот это мне неизвестно. Так, выхлопная труба, да, у нас тут выпала. Ну что же, сейчас мы с вами прапаем тогда, наверное, полностью. А, нет, наверное, не получится. Ну, сколько успеем чопера. Хотя многие говорили, чтобы я еще прапал газорезчика, который у нас со сварочным аппаратом бегает. Так, ну что ж, давайте зайдем сюда и будем смотреть уже. Так, чоппер у нас 4 уровня, а сварщик 7. Ну, давайте сварщика пропаем. Давайте пропаем его. Ё-моё, ребят, ну, представляете, 1000 крови. Так, а сколько там 1000 крови, а газировки у нас... Ладно, сейчас посмотрим. Фляжек немерено. Газировки немерено. Ёлки-палки, ребят, ну, мы просто с вами в куражах. Вот что я вам могу сказать. Этот ивент мне, грубо говоря, все мои затраты потратил, ну, компенсировал. Так что все, ребятушки, давайте мы прапаем его полностью. Может быть, если денег хватит, хотя я сомневаюсь, можно было бы, конечно, и чоппера еще прапать. Так, кто-то просил еще, кстати, Карлоса прапать. Тоже будем, обязательно будем, ребят, все дело упирается только лишь в деньги, поверьте мне. А деньги мы с вами быстро заработаем. Так что буквально, может быть, за недельку, за другую мы с вами всех полностью здесь прокачаем. И уже будет классно, потому что когда у тебя все прокачаны юниты, как-то интереснее играть и смотреть, что они могут, и сравнить уже конкретно их потенциал. Ну что же, вот и все, ребята. Велдер у нас 15 максимального уровня. Давайте перейдем, наверное, на чоппера. Прикольно. Ну что ж, насколько денег хватит у нас, настолько, ребят, мы его и прапаем. Я офигею, сколько у меня вот этих вот ресурсов. Я теперь нуждаться долгое-долгое время ни в чем не буду. Единственное, конечно, мне хотелось бы, чтобы у меня было побольше бонусов. Но я имею в виду это бочек, откатов и берса. Потому что на этом ивенте, ребята, я их приличное количество потратил. А делал я как? Я вначале вызывал гвардов.
и выставлял аптечку. Гвард, грубо говоря, отбивался, пока аптечка его хилила. После этого я вызывал медиков. Ну, медиков я вызывал больше, чем гвардов. У меня стоял один гвард где-то, да, на 3-4 медиках. Потом, когда они уже успевали отхиливаться, и я помогал своей же аптечкой, я дальше продолжал вызывать гвардов. То есть у меня шло так: один гвард, 3 медика. Один гвард, 3 медика. Вот таким вот макаром. Поэтому у меня очень много медиков там было. И таким вот макаром, ребята, он уже там стрелял из своего пулемета, я имею в виду вражеский этот пулеметчик, и не наносил мне вообще никакого урона. Просто мы успевали отхиливаться. Так что я очень рад. Надо еще посмотреть, ребята, на каком мы там месте по этому ивенту стоим. Я вот не знаю. Я заходил, по-моему, там максимально было 2000 с лишним. Сейчас глянем. Обязательно глянем. Так, ну что же, смотрите, мы с вами проапали. Тихо, тихо, вот это мне не надо тут чудить-то. Проапали с вами практически полностью чопера. Даже еще деньги остались. Так, 13-й. Сейчас у нас будет 14-й уровень. И потом пойдем с вами, естественно, на лигу. Так, ну что же, последний уровень мы ему апаем. Слушайте, так мы тогда с вами можем проапать и Карлоса. Е, круто. Так, дайте-ка я гляну, ребят. Так, ну что же, я нахожусь на 15 месте. Это, видимо, так, 47 тысяч. Я не могу понять, а почему у меня здесь по нолям все? Это как это так? По нолям у меня. Я офигею, я на каком месте-то вообще? Не пойму я. Ребят, вот честно говоря, я не понимаю, как такое может быть по нолям, когда у меня там был рекорд. Может быть, он потом со временем, хрен узнает. Или я не должен был выходить, а должны были меня подбить. Ну, в любом случае, ребята, это у меня все записано, так что никто не сможет это оспорить, потому что вы сами видите прекрасно, здесь максимальный 47 695, а у меня было 48 800 там, ну почти, ребят, 49 почти. А вот это вот я не знаю, что вот это вот за цифра. Рекорд всего и рекорд. Непонятно. Ладно, это не важно, ребята. Это уже для меня не важно. Давайте мы с вами проапаем теперь. Где же у нас Карлос? Карлос у нас где-то... Вот он, ребята, вот он. Родной стоит и ждет, когда его прапают. Да, действительно, мы с вами прапаем абсолютно всех персонажей. Только лишь нужно будет заработать денег. Ну, это мелочи, поверьте мне. Самое главное здесь для меня было это добыть очень много ресурсов. Я это сделал. И теперь мы с вами всех прапаем. Так, ну что же, у нас 9 уровень. Сейчас мы выходим с вами на 10. Деньги как вода улетают моментально, вы сами это видите. Но зато они будут абсолютно все на плюс 3. Это очень радует меня. Так, 11 уровень, еще, ребят, 4 уровня нужно поднять. Боюсь, денег не хватит уже, к сожалению. Сейчас посмотрим. Последний уровень, надо 5000 иметь на последний уровень. Так, 2500, это 13 уровень. Да, скорее всего, не хватит нам прапать Карлоса полностью, да. Подожди-ка, сейчас посмотрим. Блин, совсем немножко не хватает, ребят, да? У меня 5061, а тут нужно 5361. Буквально 300 монеток нам не хватает. Но мы можем с вами сделать элементарно. Взять, например, к себе... В группу, вот, например, убираем медика. Сейчас, подожди, мы не так даже делаем, а берем вот так вот Аустина, ставим его сюда. Так, и мне нужен здесь еще Кэп. Берем Кэпа и ставим его, ну, например, даже вот сюда вот. И, ребятушки, буквально быстренько шеминтом пробегаем вот этот вот с вами уровень. Набьем сейчас 300 монеток и прокачаем Карлоса уже по полной программе. Я думаю, что вы не будете возражать, да? Против вот этого всего. Видите, ребят, я все бонусы практически потратил. У меня было около 20 откатов. И где-то, наверное, 20 берса было. Ярости вот этой вот. И все, сплавил. Ну и две баночки было с маной. Я их тоже, ребят, сплавил. Ну, поверьте, оно того стоило. Так, ну что же. Аусти начинает, ребят, бомбить.
потихонечку. Сейчас мы с вами вызовем Кэпа, который будет, естественно, ребята, усиливать моего Аустина. Ну и, соответственно, будет помогать. И, в принципе, все. Сейчас нам остается только лишь вызывать одних Аустинов. Можно было бы, конечно, взять и бочку, чтобы убить в конце Кэпа. Но я уже не буду, ребят. Я думаю, 300 монет мы с вами уже здесь набьем без проблем вообще. Просто пройти этот уровень надо, и у нас будет с вами достаточно монеточек. Главное, чтобы еще, кстати, с монетками нам везло. Потому что уровень, как говорится, проходится всегда по-разному. Иногда можно нафармить и 2000 за этап, а можно и, как говорится, тыщеночку всего лишь поднять, золотишко. Все рандомно, ребят, абсолютно. Сейчас я вызываю третьего Аустина, и на этом все, ребят. Мы не будем больше никого вызывать. Вот эти вот три Аустина будут здесь держать, как говорится, оборону. Ну и Кэп, естественно, будет здесь нас подстраховывать. Так, ну что же, ребята, мы практически уже с вами набрали нужное нам количество. Осталось буквально чуть-чуть. 5003... Ой, зря вы сюда пошли, конечно, ребятули, блин. Все, ребята, мы с вами набрали достаточное количество монет. Так что Карлос будет у нас прокачан по полной программе. Так, ну что же. Можно даже сейчас выйти, ну фиг с ним, ребят. Пускай они бомбят, уж тут не так долго ждать. Потом, естественно, мы будем вызывать гварда и легкого солдата, которые будут разносить вот эту баррикаду с превеликим удовольствием. Фармлю я, как вы видели, 53 уровень. Для меня это самый оптимальный, не напряжный уровень. Причем за счет того, что вот эти вот зомбари постоянно встают. Они тоже умирают, правда, там сколько нужно их, наверное, раза 3-4, чтобы они упали. После этого они уже не встают и выходит как бы следующая партия. Но все равно для фарма это самое то, что нужно. Так, ну что, ребята, вот у нас готовится волна идти. Естественно, мы будем ее сейчас перебивать. Сейчас еще маленечко подождем. Потому что мои ребята тут быстро все это раскурочат. Кстати, почему именно гвард зашел на ивенте? Потому что он, ребята, оказался быстрее и попроворнее этого легкого солдата. Видите, легкий солдат как-то, ну вот он неторопливо, хоть он и быстро, но все равно как-то он отстает, ребята, от гварда. Гвард, он нам быстрее, намного шустрее идет и, как говорится, держит оборону. Поэтому именно за счет них я там и зарулил. А потом уже, конечно, когда у меня уже была куча гвардов, я вызывал легких солдатов. Ну что же, давайте апать уже окончательно Карлоса и пойдем с вами на лигу. Так, замечательно. Где ты, наш Карлос? Так, Карлос, вот он, ребята. Вот он ждет своей участи. Вы не забывайте, что скоро, ну как скоро, приблизительно, может быть, через недельку-другую мы с вами получим 16 уровень. И я даже не знаю, сколько там будет стоить у нас ап один. Если тут уже 5000 стоит, то дальше, наверное, будет сложнее. Так, ну что же, 617 у нас монет. Я еще буквально, ребят, могу кого-нибудь из начальных прапать маленечко. Смотрите, у меня все вот эти вот. Ну, тут вот, кто это у нас? Ганслайнгер, или как вы его там назвали? В общем, вы поняли, вот этого чувачка еще мы можем с вами маленечко прапать. Так, давай. Совсем чуть-чуть. Хоть он мне и не нужен, но сделаем, чтобы у нас все светились, ребят. Все были в топе. Так, ну, вы представляете, да, сколько ресурсов, ребят. Я просто нуждаться ни в чем не буду. Очень долгое-долгое время. Даже, наверное, вообще не буду нуждаться. Потом, оу, все, ребят. Все, больше не хватает денег. Ну что же, а мы с вами отправляемся тогда, естественно, на лигу. Тут я почему-то нахожусь уже на 5-м месте. Остается только лишь... А хотя я ничего не буду менять, ребят, я оставлю эту же группу. Давайте посмотрим, как она у нас зайдет. Кто не помнит, да, ребята, у нас тут гренадир, у нас механик, у нас Глен и снайперша. Вот такая вот команда. Погоди-ка, погоди-ка, мы же можем... Смотрите, ребят, у нас, по-моему, еще один юнит может быть взят. Ну-ка, подожди, если я, конечно, чего-то не путаю. Да, мы можем с вами взять вон тюремщика, например. Хм, а почему бы и нет? Давай вот сюда его поставим. Хе-хе. Ну что, поехали, ребята, в бой. Будем смотреть, как у нас тут пойдут дела. Наверное, пойдут очень хреново. Так, вау. Вот это нежданчик, ребят, для меня. Так, снайперша. Кто кого? Мы опередили, отлично. Первая победа за нами. Мы с вами двигаемся далее. Ого, какой разброс. Так, отлично. Отлично, я вам скажу, ребят, тут
прошло. Глин такой встал, весь в кровище. Но встал, тем не менее. Так, две победы пока есть. Бу-бух, вот это сейчас было круто, ребята. Просто гренадир в толпучку бросил свою гранату, и все тут полегли. Пока идем без проигрыша. Ага, вот у нас и Карлос, и медик тут. Блин, ну вы посмотрите, просто, ребята, рвем всех пока. Ладно, давай посмотрим, что дальше. Вы, кстати, заметили, упс, что давненько здесь не было огнеметчика, я не видел. Как ни странно, вот почему-то его не берут. А, во, смотрите, только вспомнил, ребят, вот это плохо. Хотя нет. Тюремщик подошел, просто звезданул дубинкой электрошоковой своей, поэтому огнеметчик, он распался. Вот это плохо. Плохо, 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 очень плохо, блин. Сейчас расстреляют всех, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, да что ж ты будешь, блин, давай, давай, давай. Ну вставай, я же знаю, что ты встанешь. Да ну, фигня как это, ребят. Помните, да, меня также зомбарь выручил, а в этой катке меня зомбарь подвел. Какого хрена он там встал рядом со мной, блин. Давай. Я не помню, почему Глен не встает. Гленушка, ау-у-у. Да елки-палки, эти зомби тут лезут. Ну, кто кого? Моя или его? Его, снайперша, к сожалению, меня подбила. Ладно, ребят, я не претендую здесь на, как говорится, на проход, ну, на победу за один проход. Фиг с ним. И так у нас слишком часто было. Я просто хочу, ребят, выбиться в топ, и все. Для меня это главное. Так, 7 побед и 2 проигрыша у нас, к сожалению. Поэтому давайте сейчас с вами будем отбивать эти 2 проигрышные игры. Так, ничего пока не буду менять. Еще раз давайте посмотрим, в чем здесь загвоздка была. Так, бросает он гранату. Так, вот здесь вот. Ну, смотрите, ребята, а вот здесь вот, ну, просто изи. Просто изи. Все заключалось в том, где будет гореть огонь. Видите, здесь на линии прохода не было огня. И мои солдаты просто прошли и завалили вражеских юнитов. Так, ладно, и давай теперь вот здесь посмотрим. Флис. Что у нас получится в этой каточке. Так, хорошо. Вот, ребят, видите, опять огонь. Ага, Глен упал. Вот здесь вот, к сожалению, да, здесь хреново все у нас получается. Да что ж ты будешь делать-то? Так, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо. Нормуль. Моя успела все-таки забомбить. Ну и, как вы понимаете, ребят, мы с вами все на первом месте. Теперь остается только удерживать. Хотя для меня это уже не принципиально. Ну что мы будем с вами удерживать вот это место? Для чего? Для того, чтобы получить 5 сундучков, с которых нам выпадут ресурсы, которых у меня просто уже немерено. Единственное, чего бы я хотел проверить, это знаете кого? Это того же самого, например, Чопера. Давайте проверим, а? Так, возьмем мы с вами. Так, где у нас Чопер? Вот он. Мы его возьмем вот сюда. Так, кого нам еще-то взять? Давай возьмем, наверное, с тобой Карлоса, проверим. Карлоса мы поставим вместо Аустина. Так, кто у нас еще-то тут? Да у нас тут все, ребят, практически по фулочке. Давай посмотрим, как у нас сварщик будет работать. Вот сюда мы его поставим. И, пожалуй, все пока, да? Медик нам не нужен, Глен пока нам не нужен. Хотя почему? Глена можем взять вместо генератора, да, вот сюда вот. Теперь нужно определиться, какой бы нам уровень. Ну, давай вот пальцем в небо, вот этот вот. 65-й, легко, ладно, фиг с ним, давайте проверим, просто протестим. Я даже ума не приложу, какие здесь будут монстры. Но мы с вами чисто проверяем. Так, ага. Зомби, которые вылазят, да? Ох, елки-палки. Это плохо. Вот это плохо, что вот этот хмырь идет. Так, ну что нам тут? Я даже не знаю. Глена, что ли, вызывать? Так, ага, тут еще и эти фрейрочки у нас. Ладно, давай проверим. Пич! Понеслась, как говорится, родная. Так, они бегут, да? Они бегут у нас. Ну, ё-моё, по красоте просто. Так, иди-ка, Карлос, покажи себя. На что... Тихо. На что ты способен? Гвард просто тут всех рвет. Я хочу Чопера проверить, эй. Чопер. Блин, сейчас, по-моему, ворота пробьем, ё-моё.
Да, ребята. Ну, получается. Смотри, как Глен проснулся, елки-палки. Лежал-лежал и проснулся. Да, давайте тогда возьмем какой-нибудь, наверное, посложнее уровень. Уж больно как-то изи здесь было. Даже Чоппер не успел, ребят, проверить. Он 30 манны стоит, но как-то до него у меня не дошли руки. Так, давай возьмем не четвертый уровень, а, например, шестой. Вот, шестой возьмем и вот, например, 94-ю миссию. Проверим здесь свои навыки выживания. Тоже ума не приложу, какие здесь монстры. Давно здесь не играл, ребята. Да, ребята, вот так вот взяла и не запустилась у нас миссия. Давай посмотрим сейчас. О, сейчас нормуль. Сейчас все отлично. Так, о, ребята, это же тот самый уровень, где зомби-взрывники. Вот они, ребята, это камикадзе. У них, видите, здесь взрывчатка присобачена к телу. Ну что, поехали, будем смотреть, ребят, как у нас тут пойдет. Тыч, пинками пока, блин. Эти ханорики, по-моему, взрываются. Они взрываются. Эй, куда побежал, говнюк? Ну-ка, давай, Марин, лови его. Пуф, молодец. Ё, просто, да, ребята, взрываются. Ты посмотри, горят. Так, тихо, тихо, не надо бежать, тут сломя голову, хламоны. Не надо, я сказал, бежать, сломя голову. Ах, они еще отталкиваются, да? Ладно, бум, взрыв, офигеть можно. Так, ну что, будем на чоппер. Блин, на чоппер еще долго. Они мне не дадут, ребят, просто-напросто, смотри. Ну-ка, Карлос, давай, устройка тут. Слушай, ну Карлос хорош, ребята, чем-то он мне напоминает Соньку. Так, этого тут нахлобучили. Блин, ну мы вызовем с вами этого или нет? Сейчас баррикаду пробьем. Да, ребята, опять как-то неудачно у нас тут все. Как мне чоппера-то проверить, эй? Смотрите, мы пробиваем баррикаду. Звездец. Блин, надо какой-то другой тогда уровень взять, я не знаю. Просто возьмешь более сложный, нас завалят, берешь слабенький, быстро проходим, блин, фиг знает. Но давай посмотрим, не 94 уровень, а какой у нас тут есть. Ну давай вот где-нибудь вот здесь вот. Вот, 101 предположим, да? 101 уровень. Опять тут эти взрывники, черт бы их побрал. Так, пока стоим, ребята. Вот здесь, кстати, очень хорошо зайдут ФБРовцы. Знаете почему? Потому что они, ребята, выходят и стреляют втихушечку. То есть они бомбят, и эти гаврики не реагируют. Ну, естественно, естественно. Так, а Глен должен, по идее, встать. Вот он, видите, типа он сдох. Проходит определенное количество времени, и он опять подрывается. Я должен в этом убедиться, будет такое или нет. Да, ребята, это происходит. Он, как видите, встает. А вот здесь уже он сдох окончательно, когда у него глаза на выкате. Так, блин, чоппер. Да, да, чоппер, по-моему, ребят, у нас никак не получится. Так, вон еще один Глен там есть, вот он, живой. Кстати, за счет Глена очень неплохо зарабатывать ярость. Да-да-да, кстати, очень неплохо. Смотри, как он там стоит, наяривает. Балла этого. Так, голубки, вы куда это собрались-то? Мы можем... Блин, я вызову или нет? Ё-моё, зачем я опять Глена вызову? Мне нужен... Да, ребятули. Да мы тут одними Гленами... Во, тихо. Тихо, ребята. Карлос здесь не сможет пробить баррикаду, так что есть возможность вызвать чоппера. Вот, наконец-то он вышел, ребята. Да убейте вы Глена, завалите, блин. Он сейчас баррикаду сломает. Ну, твою маковку. Смотри. Тыч. Тыч. Ну что могу сказать вам? Чоппер медленный. Очень медленный, ребята, по дамагу перс. Может быть, он и жирный, и здоровый, и здоровье у меня дофига, и хпшек много. Но он медленный, он что-то там махнул, отдышался, махнул, отдышался. В общем, ребята, это на любителя такой вот юнит. Но я знаю точно, что когда его убивают, он превращается в здорового зомби, который не щадит никого и бомбит. Что-то у нас тут какие-то ошибки, постоянно что-то соединение барахлит. Ну что же, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, с вами будем закругляться. Мы пока на первом месте. И вы пишите, а зачем писать, в принципе, уже и не нужно. Мы будем с вами апать всех. И Лестера, кстати, которого я давным-давно хотел проапать. И нашего строителя мы проапаем. И Шарлотту. В общем, всех. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.